Здравствуйте, с вами Роман, и мы продолжаем играть в Террарию 5. Так, не опять, а снова не опять. Так вот, сейчас мы, наверное, займемся тем, что, собственно, поищем все эти адамантитовые, вититовые, всякие веселые руды. Так, кабальтовые для начала, по-моему. Посмотрим сейчас, что мы сможем найти. Пока я ничего не вижу. Я вижу кролика. Не вижу кролика больше. Какой ужас. Кто его убил? Ладно. Так. Кабальтовые руды пока не видать. Мы тут нарыли всякой лажи целую гору. Так. Вообще пока никакой новой руды не видать. Но я думаю, она должна быть где-то тут в скором времени. О, привет, новый лучник. Скелет-лучник. О, жесть. Жирные мыши. Мне прям везет. Обожаю, когда все так начинается. Так. Я еще не готов к таким ужасам. Ой. Блин, о, что это? Что это? Господи. Вашу мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Писец, что я могу сказать? Да. Куда это я попал, а? ХДД вообще. Так. Блин, вот какой крепкий, а. Так. Не видать ничего. По-моему, пока ни одной руды не вижу вообще. Совершенно начисто и вообще. Подземное освещение, что ли? О, что это у нас? Это у нас то, чего я не могу добыть. Отлично. Это у нас мифрил. Мифрил я еще пока не могу добыть. Тут у нас прям целый дом, можно сказать. Ну ладно. Так, мне бы синенького этого бы... Какого? Кабальтова, да. Тут у нас все загажено... Опа-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 
Нету кабальта. Уии. Кабальта нету. Так. Блин, ой, их прет, а? Страшные черти. Так. Я тебе стрельну по мне, блин. Так. Отлично. О, я вижу, кажется, кобальт. Отлично. Да, детка, кобальтовая руда. Супер. Можно будет сделать кобальтовый сверло. Кобальтовое. Да, это уже будет не кирка. Так. Короче, век высоких технологий, можно сказать, отчасти. Так. Так. Нарубим сейчас побольше. Ну, там эти значок летающий. Так. Воды, надо спокойней с этим обращаться. Так, вот и все. Сколько у нас есть? 39. Это определенно мало. Ну что, нам надо больше. Больше. Так, а тут я больше и не вижу. Ладно, пойдем дальше. Где-то должен быть мифрил. Господи, сколько ж вас тут. Какие-то вы крепкие все, больно. Во, сразу так. Зараза, козюк, гад, придурок. А он ну. Блин. Ну крепкие твари, а. Такого меча ему определенно мало. Слушай, братья-гид, братья, расскажи мне, как сделать ночную грань? Рамаса, бич света, травяной клинок. У меня нет только травяного клинка. А как мне сделать травяной клинок? М? Так, рамаса, отлично. Я что, его продал? Ой, дебил. Так, я надеюсь, не продал.
Я, наверное, подумал, что он шибко ненужная вещь, наверное, да? Да, не, не продал, отлично. Фух, я уже испугался. Так, давайте посмотрим. Надо ночную грань сделать, это без нее мне вообще очень сложно. И туго приходится. Так, гид, братюня, расскажи-ка мне всю правду про крафт. Так, 12 и 15. Че, всего-то? На наковальне? Так бы сразу и сказал, братюнь. Даже сколько? 15 и... 12 и 15. А, ну значит мне 7 жал всего не хватает, да? Спасибо, братюнь. Блин, знал бы, собирал бы. И вот и забыл. Я всю жизнь все забываю. Так. Такие вот обломы. Нету больше. Отлично. Пойдем добудем несколько жал. Так, я надеюсь, все будет хорошо. Так. Так, и вот так. Пролетаем хорошо. Так. Мы должны до джунглей добраться. Блин, в джунглях тоже будет пипец как опасно, я так догадываюсь. Ну, по крайней мере, надеюсь, все будет хорошо. И... о, вот оно, освещение, прикольно. Красиво. Жалко, только опасно. Нельзя всей этой красотой, блин, убиваться. Блин, пришьют в момент ока. Так, я знаю, как с этими местами надо обращаться. Так. Тут всякие демоны, единороги, феи, блин, водятся. Вот такие вот. Сейчас тебе будет весело. Вот тони там. Так. Вот надо же, до пустыни не добралось. Да-да. Вот так вот чувствуешь себя сильным, блин, а на самом деле. Да уж. Это я тот, кто завалил стену плоти, а? Хоть и чудом, конечно. Но завалил. Вообще удивительно. Ну ладно, не в этом суть. Так. Надо нам продвигаться. Продвигайся мне. О, земле. Так, где-то рядом должны быть джунгли уже скоро. Скоро будут джунгли. Я сделаю себе ночную грань и буду радоваться долго упорно. Что, у меня лучший меч? Для старой террарии лучший. Ну да ладно, сейчас лучший эскальпер вроде. А. Так, мы идем. Быстрее надо идти. А вот и наши джунгли. Отлично, perfect. Так, продвигаемся. Где-то тут у нас должен быть вход в подземку. О, подводное дерево. И прикольно. Так, сейчас. Семена джунглей, прикольно. Так, нафиг они мне. Сейчас где-то здесь должен быть этот пещера, в которую я всегда лазил. Привет, пока. Так, тут нет пещер. Пещер. Вот пещер. Какой-то пещер. Я сюда полезу. Да, это тот самый пещер, в котором я был. Тот самый пещер. Да. Спускаемся. Это нам поможет. Так, надо теперь найти немножечко жал, и все будет окей. Так. Тут здесь эти слизни, блин. Что-то их тут развелось. Так, мы уже почти, наверное, на месте. В скором будущем-то будем. Так, тут пока только мыши. То бишь, еще не место. Вот они. Отлично, жало. Надо мне 12, то бишь... Не 12, аж 15. Да, 15. Будем считать, что 15. Я не помню, сколько именно, но 15 и 12 там было. А будем считать большую сторону, на всякий случай. Так... Нам понадобится 15. Не было жала. Жаль. О, немножечко кабальта еще. Так, неплохо. Так. Кабальту нарыли. Отлично. Ага.
Так. Хорошо. Мы уже очень глубоко. Где все эти мошки в тех количествах, в которых они любили обычно появляться? Что-то непонятно. Так, у нас сколько жал? 10. Еще 5. О, ужас. Так. Так. Еще 3 жала. И все будет на мази. Вон немножечко адамантина, или как-то вот, ну, который я сейчас фикс сломаю однозначно. Так. Так, ну где эти мыши такие, как их там вообще? Где эти садюги? Что у нас тут вообще есть? Куда я заперся, я не понял, ладно. Пройдем наверх и посмотрим, что у нас тут есть. А тут у нас ничего нету, потому что у нас тут ничего нет. Так, прекрасно. Так. Блин, не хватает мне жал немного совсем. Где бы мне их найти? Так. Потому что они не хотят ко нам сюда даже показываться, эти мошки. Хеллоу! Где вы? Так, прорвемся немножечко на паузу. Сейчас скоро буду. Так, ну почти все, еще 3 жала и все будет. Только вот где их взять? Потому что эти мошки вообще появляться не хотят, я смотрю, ни в какую. Ладно, будем бегать вверх-вниз, может встретиться рано или поздно. Так. Не видать их. А только эти тупые вот создания. Так. А, вон они. Одна. Одна маленькая штучка. Вот еще 2 жала. Да, все еще 2 жала. Фигово. Да, не хотят они мне свои жала отдавать. Совершенно. Зато кабальту вон сколько наберется. Так. Привет. Так, отлично. Жало есть? Того у нас 14, все еще мало. Так. Есть, 15. Отлично. Сейчас посмотрим, что мы сможем из этого замутить. Да, травяной клинок, отлично. И 22 кобальтовых слитка. Жесткач. Кобальтовый бур. О. Так. Ладно. Ну что ж, неплохо, неплохо. Теперь когда... Так, секундочку. И пока я тут ходил, меня осенило. Что? Допустим, что? Заражение, что ли? Господи. Так. Ужасы, 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 ужасы. Так. А, что, в общем, приходится все это делать на демоническом алтаре, или как он там называется, в общем. В общем, я надеюсь, у меня там остался хоть один там. Так. Я это как раз вспомнил, блин. Что все эти 4 меча объединяются на демоническом алтаре. Так. Скоро будем на месте. Так.
отлично. Так, я чувствую, что... Вот, может, здесь есть один. Нет, не вижу. А, может, тут? Не видно. Ну да, я их все тут посносил. Я надеюсь, там дальше еще остался хоть один. Потому что очень туго так придется. Так. О, крепкие. Так. А, ну да, у этих факелов-то красивая особенность не гаснуть в воде. Поэтому-то они мне и нравятся. Так. Фига, что тут есть? Блин. Так, сейчас, еще секундочку. Опять не отвлекли, еду принесли, так. Ну, закормили совсем, так. Сейчас. Так, что-то мне не видно больше алтарей, блин. Единственное, что нам осталось найти, это алтарь, пожалуй. Так, ну я думаю, нормально прорубится все. Это ебанит. Так. Так, нормально, нормально, нормально. Так. Ща я там на алтарь вижу под водой. Нормально будет. Так, давай еще немножечко. Вот мы и на месте. Та-дам. Так. Ну вот она, грань ночи. Отличный меч. Главное, шустренький такой. Так. А еще мы попробуем его перековать, чтобы он был классным. Так, братюнь, иди сюда. 2 золота, 70 серебра. Да. Так, роза из джунглей. Ой, есть у меня такая. Так. Так, это мы оставляем. Да вообще... Да нафиг оно мне. Так, так, так. Все. Отлично. Теперь мне хватит, наверное, грань ночи перековать. О, превосходный. 10 к отбрасыванию, 3 к шансу на синкретическую урон, 10 к наносимому урону. Отлично. Вот от сила. Ну что ж, на эту серию, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте. Если вы здесь впервые, подписывайтесь. До свидания. Пока.